Сегодня у нас. Всем привет! Продолжение. Крокодилу еще губы не накрасили, на телефон снимать. Сейчас Мишка будет показывать класс. Так, ну здесь вот такая воронка стоит. Ну, это мы с Бимом. Бим накопал, да? Что искал-то, Бим? Дисками попробовал. Не получится, значит, оставим до осени. Осенью в зиму перепашу. Ну, ко мне здесь столько лет повыдавливала. Мама не горит. Так, ладно, пока не интересно, привет, еще покажу. Кстати, тяжеловатый будет вкус. Сейчас посмотрим. Так, возьмет он его, нет? Здесь много просто кустами, он из-за этого. Ну что, следующий. Выкручил, не выкручил. Ладно, потом посмотрю. Сегодня у нас 16 апреля 2023 года. Пасха, всех поздравляю. Ну, у нас дела не терпят. После обеда поехали. Находимся мы в Петрище, Шульгино. Селосная яма, вот там, здесь мы косим. Здесь все это обрабатывать. Не обрабатывать, ритон вспахал осенью. Сейчас убираю кусты, так, для истории. А то потом придет какой-то дядя, скажет, что вы тут делаете, ни хрена не делаете. Ну, выдираем тут, мне кажется. Сыроват еще. С дисками, боюсь, потонет. Да у меня еще такие трактористы, что надо вон приезжать и смотреть. Да, Бим? А то они нам...
Очередной день, второй. Там 2-3 часа поработали. Сегодня то же самое. Пока в город, пока туда-сюда. Ну и потихоньку он разрабатывает. Все, глухари обсирали. Повыше натирать. Специалисты широкого профиля.